Здесь, в сочинском перинатальном центре, Камо Манкрусузян частый гость, но каждый раз волнуется, как впервые. Появление мамы с братишкой ждут и дети Камо. Сегодня в большой семье большой праздник. Поэтому в руках у каждого свежие цветы и воздушные шары. Мы были рады, когда узнали, что вот мама родила. Мы тогда в тот момент сидели на уроке, и мама прислала сообщение Дане, сестре. И она показала даже учителю, все так... Я порадовался тоже, и все порадовались в нашей семье. И вот тот самый момент. Сына передают в руки главе семейства. Каждый из братьев и сестер новорожденного малыша не может скрыть эмоций. У старших дочерей, которые уже замужем, на глазах слезы. А для маленькой Мелиссы братик подарок. Так совпало. Сегодня у нее день рождения. Когда узнали только, да, что мама беременная, а когда? Мы сказали, что будет подарок тебе к дню рождения. Вот она 9 месяцев ждала честно свой день рождения, чтобы получить подарок. Это уже 9-й ребенок в семье Савинок Манкрусузян. Старшей дочери 24, младшей 5 лет. За исключением старших Ани и Полины, все остальные погодки. Семья активная, у каждого есть свое увлечение. Одни рисуют, другие поют, третьи занимаются спортом. Все разные, но одинаково любят друг друга. И эту любовь можно разглядеть невооруженным взглядом. Раскрываем таинство любви, так сказать. Все заключается в этом детях. Мы вот наглядным примером все на своем опыте, все показываем окружающим, что нужно делать. Вообще в Сочи немало многодетных семей. Семей с таким количеством детей меньше, но они есть. Еще одна хорошая тенденция – часто рожают двойни и тройни. А многодетные мамочки, как говорят в перинатальном центре, становятся врачам родными. За многие годы действительно как родные, потому что сегодня встретились со старшей дочерью нашей мамы Савинок. И действительно такое ощущение, как будто бы это было вчера. Как назвать нового члена семьи, пока не решили. Придумывать имя будут на семейном совете. Ведь Савинок Манкрусузян привыкли все делать сообща. О планах на 10-го ребенка пока не говорят, не привыкли загадывать. Но, судя по всему, это только пока. Не сказать этих слов просто невозможно. Огромное спасибо, низкий поклон до земли. Рожайте в нашем роддоме. Это... А вы всех здесь родили? Да, абсолютно всех здесь. И каждый раз хочется сюда вернуться опять. Галина Моисеева, Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.